Когда новое хорошо забытое старое, в Ульяновск стремительно прибыл метеор из Казани. Всего 4,5 часа с комфортом, приятной музыкой и фуршетом. На летящем судне добралась делегация из соседней республики. Волжские просторы, ветер, солнце. Туристы прогулкой довольны. Очень красиво. Всем рекомендую отправиться в путешествие в Ульяновск именно на метеоре, потому что это незабываемое впечатление. Это очень интересно, очень красиво и, думаю, оставит в памяти надолго. Метеор – это массовая серия советских скоростных речных пассажирских теплоходов на подводных крыльях. Хорошие мореходные качества позволяют метеорам выходить в каботажное плавание на прибрежные районы моря. Наряду с теплоходом ракета меньшей размерности метеор был самым массовым в СССР. Сейчас скоростной лайнер обновили. Красавец из Татарстана, изнутри похож на самолет. И стоит он 600 миллионов рублей. 120 человек пассажировместимость. Ну, на наш взгляд, это очень неплохие показатели. Это совершенно новое производство. Выпускали его в Татарстане на заводе. Поэтому, да, у нас в регионе также большие планы. Надеюсь, что региональный бюджет в последующем позволит нам приобрести такое судно. Первый рейс стал тестовым. В дальнейшем подобные речные прогулки между Казанью и Ульяновском планируется сделать традиционными. Дорога – это сплошная красота. Метеор идет ровно, вообще никакого колебания. По нему можно спокойно ходить. У него есть открытая задняя палуба. То есть все 4 часа дороги – это просто просмотр красивого фильма о нашей природе, о нашей Волге. Гости сошли на берег и отправились в гастрономическое путешествие по лучшим ресторанам Ульяновска. Также для туристов подготовили программу сотрудники музея-заповедника «Родина Ленина». В Ульяновской области планируется купить подобное судно в рассрочку на 15 лет. Стоимость билета на метеор 800 рублей, что не намного дороже билета на автобус. Метеоры планировали запустить к 2024 году. Виктория Чиркова, Геннадий Бухтаяров, Улправда ТВ.